Друзья, всем привет! Сегодня привоз будет три замечательных автомобиля. Так называемый параллельный импорт. Абсолютно три разных автомобиля, но правда одного цвета. Но это больше, конечно же, случайность. В разной ценовой категории, разного класса, такие как Volkswagen Golf, BMW 3 серии и Audi Q7. Многие из вас, кто подписан на Автофакт Импорт, уже видели у нас их в Телеграме. Три замечательных, практически новых идеальных автомобиля для наших клиентов. Будет интересно? Хорошего вам просмотра! Погнали! Блин, ну она хорошо выглядит, прям хорошо. Просто супер. Я, конечно, не про Audi, я про Леона. Димон, привет. Привет. Здорово, кабан, как дела? Привет. Все продиагностировал? Да. Кстати, машины, которые из Германии, почти всегда стараемся продиагностировать по приезду. Потому что путь сейчас длинный, и автомобили едут очень долго. То есть из Кореи автомобили до экспортной площадки, оттуда в порт, во Владике ее на стоянку, таможня, все дела, на автовоз и в Россию. Добавляется 100 километров, ну скажем так. С момента Кореи до момента, как она оказалась в России. Здесь же сейчас путь очень длинный. Я даже боюсь сказать, сколько тысяч километров она проехала, чтобы оказаться сейчас в Петербурге. Так, Димон, машина у нас 21 год, июнь, правильно? Да. Только-только исполнилось 3 года, только-только стала проходной. Все верно. Мотор 3 литра дизель, лошадей, естественно, больше 250, именно в этой прошивке. Комплектация, как бы это странно ни звучало, но для Германии редкая. Даже обогрев руля, опять же, как ни странно, для Германии редкая опция, не всем она нужна. Матричные фары. Не каждый заказывает. Даже пневма, казалось бы, обычная для нашего рынка опция, все равно не часто бывает. В общем, пробег минимален 34 тысячи километров, еще даже нет. А был в момент покупки? 25. 25. То есть вот только что я сказал вам, что проезжают машины огромные расстояния, чтобы сейчас попасть. Уж так получилось, что напрямую санкционные машины не провести, и приходится им ехать огромный-огромный крюк. Когда-то своим ходом, когда-то везут на автовозах. В общем, по-разному. Причем, знаешь, как можно сказать, на автовозе лучше, надежней. Блин, не всегда. Не всегда. Не всегда. У меня сейчас знакомый привез три Лисяна. Небольшое видео с его разрешения, с краешку приложу. Три панорамы мимо. На автовозе нагрузили друг с дружкой рядышком. Оп! И она ударяется в верхний этаж. Это у нас рестайлинг. Клиент хотел именно такой кузов автомобиля. Как уже Максим сказал, это матричный свет. Не часто бывает действительно на автомобилях из Германии. Это S-Line и внешний, и внутренний. Немцы почему-то очень спокойно относятся к этим обвесам и крайне нечасто их берут. Хотя, казалось бы, Audi Q7 практически максимальный автомобиль в линейке. Внутри у нас кожаный салон, сиденье с ромбиком. Audi-воды, очень многие именно этот салон хотят видеть. Расширенная отделка кожи и торпеды, и передних карт. Также не часто бывает, здесь она присутствует. Макс, как тебе? Что я тебе скажу? Какой дурак покупает эти машины? Потратив столько денег, можно купить Джили Манджаро. Два, да. Но взять Джили Манджаро, не перебивай, пожалуйста, на восхитительном зеленом салоне в богатой комплектации или на более прекрасном полиэтиленовом. Понимаешь, такой коричневый с бежевым. Еще останется на квартиру, на студию, где-нибудь в Кудрово, понимаешь? Или взять, как я написал в посту, ты видел? 5К. 4, хорошо. 4К и менять их вообще постоянно. Правый руль. Есть правый руль. Какие нахрен Audi? А вообще это переплата за бренд, чтобы ты понимал. Эти кольца, эти BMW ваши и Mercedes уже давно никому не нужны. Китайцы сделали машины лучше всех. Ты согласен, Сань? Да, согласен, видишь, говорит, согласен. Согласен. Ну, просто ты это все увидишь в комментариях, как ты понимаешь. Что я скажу? Первое мое знакомство с Audi Q7 было в 2015 году. Ко мне заехали знакомые мои, я садился назад. Вот видишь, как у нее убирается? Никак. Никак не убирается. Не убирается под лицо. И я с размаха сажусь назад, ударяюсь булкой вот в эту хрень.
очень сильно. Прям очень сильно. Знаешь, как вот в детстве ты поскользнулся на ступеньках крыльца и упал. Или вот примерно на горке, так было. Ну, на горке она гладкая, а здесь все-таки, знаешь, как вот как ступеньки этот угол. Я не понимаю, почему они это так сделали. Но оно сбоку расположено. Почему они не утопили ее глубже? Ты не, невозможно, невозможно сесть, пересесть, не задев ее. Ну вот реально. Пересесть, понимаешь, точно. Я своей худой жопой ударился так, что мне реально было больно минут 5. То есть это держало меня. Ну хорошо, 3 там, ну. Это ладно, упустим, это только у меня такое оно было. Хотя, если кто-то тоже ударялся, скажите. Второй недостаток для меня, опять же, это исключительно для меня, мало физических кнопок. Понимаешь, все убрано в планшеты. Вот все убрано в планшеты, я бы немножко хотел, чтобы было по-другому. Но это исключительно моя история. Хотя звук, к счастью, на крутилке. Правда, крутилка с правой стороны тоже далеко тянутся. Это исключительно касается моих, наверное, капризов. И в комплектации попроще, да, кнопки они все-таки есть. Здесь более расширенной комплектации их нет. Остальное все мне очень нравится. А самое главное, что больше всего мне нравится сейчас в свежих, в современных вагах, щиток приборов. Он просто прекрасен. И вот эта навигация, которая туда выводится, ну, она замечательна. Скажем, если сравнивать это все с X5 в G-кузове, блин. Там тоже бумеранги хороши. Ну, и все. И все. Здесь она настолько 3D и, ну, короче, круто. Чисто мое мнение. Как управляется ВАК, все прочее, ну, конечно, мне нравится. Хотя глючный, много всяких разных ошибок. По состоянию, ребят, я думаю, вы все видите. Состояние. Я бы сказал нового автомобиля, но все-таки пробег небольшой есть. Человек хотел именно на матричных фарах, хотел именно панораму. Минимальный пробег. Ну, цвет, я так понимаю, не имел значения. Опять же, если к моим хотелкам, я бы не хотел белую машину. Ну, ты это знаешь прекрасно. Я бы взял, свое. Да, я бы взял даже. Даже красную. Да, синюю или красную, ну, бордовую какую-нибудь. Это чисто мое. Стальную. Вот стальной цвет мне нравится. Ну, черную, в конце концов. Но белую не очень бы хотел. Хотя все зависит от состояния. При прочих равных, если бы вот два автомобиля абсолютно одинаковых, и можно повыбирать в цветах, я бы не взял белый. Если это лучше всех других, ну да. Конечно же, ее. И салон я бы взял бы тоже не черный. Опять же, это чисто моя история. Состояние руля. Да? Так, садись, Тёмыч, рядом. Давай покажем немножко, как все выглядит. Так, друзья, ну что мы видим? Естественно, климат-контроль. Можно вот таким образом все это делать. Я это показывал уже на А6 и на прочих автомобилях, которые привозили нашим клиентам из той же Кореи. Кстати, из Кореи такой автомобиль будет немножко подешевле, но ждать дольше. И в Корее их тоже уже мало осталось. Так, здесь у нас также кнопки сенсорные, но с таким откликом хорошим назад. Это так называемая расширенная глянцевая отделка. Вот и аварийка здесь же. Кнопки обратно в палец отстреливают. То есть все это чувствуешь. Обогрев сидений. Так, ну, естественно, здесь куча разных управлений. Не будем это погружаться, реально показывал не раз. Панорама во всю крышу. То есть не просто у нас люк. Проекция на лобовое стекло. Ну, разве ты видел что-то прекраснее, чем вот это? Только на BMW? Нет. Или там не так? Нет, там не настолько. Здесь мне больше нравится, честно. По городу едешь, он тебе прямо, знаешь, как все здания, памятники, все показывают, как в 3D-картинке. Ты телефон ставишь с навигатором? Ну да, мне не надо телефон. В этой машине телефон не надо ставить. Как бы щиток приборов просто прекрасен. Как Дима и сказал, отделка кожей торпеда, музыка Bang, полный набор ассистентов. Ладно, внутри прекрасно, пойдем чуть на улицу выйдем. Автомобиль весь в родной краске, ни одного элемента не окрашивалось, под капотом ничего не намывалось. Я думаю, вы сами видите, что это, ну, просто практически новый автомобиль. И уж, конечно же, китайцам до него далеко, при том, что китайцы большие молодцы. Друзья, сегодня хочу рассказать вам про отчеты Автору. Почему они сэкономят ваше время и деньги? Отчет необходимо посмотреть перед тем, как ехать на осмотр автомобиля. Благодаря данным из 1000 источников, собранным в отчете, вы узнаете, был ли скручен пробег, участвовал ли в ДТП, юридические ограничения, использовался ли автомобиль в такси или аукционах. Отчет Автору позволит избежать покупки автомобиля с темным прошлым и последующим дорогостоящим ремонтом. Если проверка пройдена, то можно ехать смотреть автомобиль вживую. Тем более, отчет сейчас можно получить абсолютно бесплатно. За звонок по любому объявлению с отметкой «История авто» бесплатно. То есть, понравился вам автомобиль, позвонили, пообщались, со слов продавца все устроило. Перепроверили в отчете Автору бесплатно и можете быть увереннее при покупке автомобиля с пробегом. Ссылка на Автору в описании под роликом.
Послушайте, как работает. Как я и говорил, он просто мурлычет. Блин, так мягко. Понимаешь? V6 прекрасен. Друзья, загляните вот сюда. Видите вот эту коробочку? Желтую. Со знаком «Опасно». Видите вот этот значок? Со знаком «Опасно». Вот сейчас прям напишите в комментариях, что это такое, как вы думаете. Чуть позже я скажу. Но кто хочет погадать, напишите. Если кто-то купил такой автомобиль и у себя видел этот блочок, трогать не советую. Не лезь, убьет. Так, ну давай в сторонку чуть-чуть. S-Line. А, ну посмотри, за место хромированных элементов у нас черный глянец. На белом, кстати, выглядит очень круто. Реально очень круто. Блин, ну она вообще внешне прекрасна. Слушай, что-то я погорячился, сказал, что белый мне не нравится. Сочетание белого вот с именно, черным. Вот именно, да, сочетание белого с черным. И вот в рестайлинговом автомобиле, блин, выглядит хорошо. Но все равно, считай, едешь на холодильнике. Ты знаешь эту тему? Если белая у тебя машина, это холодильник. Так, багажник. Видим эти прекрасные кнопочки. И он быстрый, не как у BMW. Я не знаю, куда спешить, фаркопом, конечно. Куда ты уже стоишь? Быстрее перевести. Так, и убираем назад его. Это, конечно, для тех, кому нужно, но когда штатно есть, это прекрасно. Так как у нас пневма, нажимаем, и автомобиль садится. Чтобы для погрузки в багажное отделение каких-то тяжелых предметов и вещей было невысоко поднимать. Полезли сюда. Насос, клей. Колесо пробил, стой, клей. Усилитель, САП, ну и, естественно, гибридная установка. Не забываем, теперь у нас есть гибридная установка. Ну, багажник достаточно большой. И вот, кстати, очень интересное решение. У Audi, чтобы ты полочку постоянно не сворачивал, когда что-то хочешь погрузить, пожалуйста, она поднялась вверх. Все это очень удобно. Давай мы пневму поднимем назад. Посмотри, насколько низко она села. Так, сиденье, как вы видите, у нас, можно сказать, ковши, подголовники встроены. До ломающихся сидений BMW этим очень далеко. Это у нас валики. Вот он надувает серединку. Вот мы ее смещаем выше, ниже. Боюсь, что камера этого не покажет. Руль у нас механический. В корейских автомобилях, даже в Audi A6, в большинстве случаев, по крайней мере, в тех, которые мы привезли, электроуправление руля. Ну, что сказать, новая машина, состояние прекрасное, цвет, салон цвет, это все на любителя. Ну, блин, даже вот мне все. Все, беру свои слова назад по поводу белого цвета. Здесь он выглядит неплохо. Еще, друзья, здесь есть такая прекрасная опция, как подруливающая задняя ось. То есть, кроме передних колес, задние колеса тоже поворачиваются. Да, конечно, не настолько, как передние, но радиус разворота становится меньше, и все гораздо удобнее, как в топовых седанах немецких BMW и Mercedes. Димон, продемонстрируй, пожалуйста. Сядь. Так, Тёмыч, как тебе будет удобнее это заснять? Вот она во внутреннюю сторону ушла. Внешняя сторона. Ах, технологии! Просто не слышно. А вы говорите, электрички, электрички. Вон, 3-литровый дизель, как электричка работает. Почти не слышно. Опять же, мы уже сказали, что матричные фары. Вот Дмитрий проехал больше 1000 километров. Понравилось? Да, светят отлично, выделяют и встречные, и попутные машины. Клиент именно эти фары. Объясни для тех, кто не знает, что это такое. В Audi есть матричная технология, которая позволяет сегментно выделить либо встречные, либо попутные машины. То есть вы едете, у вас все абсолютно светло, а чтобы никого не слепить, эти участки затемненные. Именно сектора отключаются, да? То есть вокруг автомобиля. Вы, получается, подсвечиваете даже еще попутному автомобилю. Да. Вокруг него даете света. Если встречный автомобиль, чтобы его не слепить, сектора, в которые попадает, то есть обрезает его. Гаснет один, включается другой и просто уходит. И машину обрезает. Хотя в Audi это очень давно уже. В А8, наверное, с года с 13-го. Ну, А8 это топовая. Года с 13-го, вот оттуда, матричные фары. Я помню, парнишка с Audi, не буду рекламировать, с одного из дилеров Audi, хотя сейчас уже и дилеров Audi-то нет.
когда они пришли, прям позвал меня туда. Это вот был как раз год 13-й. И он был там менеджером, прям восхищался, показывал, насколько как это работает, насколько они вообще крутые. В решетке радиатора видим радары адаптивного круиза. На Q7 я не ездил на адаптивном круизе. Ты сейчас использовал, пока ехал? Да. Понравилось? Вполне комфортно, да. Ты же вот много разных автомобилей перегоняешь. На BMW он более дерзкий, более агрессивный. Я это всегда говорю, что BMW, да, вот ты несешься. Она более драйверская, BMW немножко другая. Я первое время реально держу ногу вот над тормозами, она висит. И Тёмыч это тоже знает. Когда вот мне кажется, вот сейчас я влуплюсь просто, он так несется. Она и без разницы. Да. Я даже уже ставлю 2-3 полоски, понимаешь, расстояние увеличиваю. Все равно вот остановился. И все. Ускоряется так же. И да, машина поехала. Впереди стоящая BMW, вот он стоит и за ней стартанул. Ты когда в Москву ездил на тройке, ты показывал. Да. Вот именно то же самое и в X5, и в X6, все, я уже везде это протестил. В Audi, скажу честно, не ездил. Более того, я здесь ехал межгород на Чингане GS55. И там тоже я это использовал. И то же самое, нафиг, он тоже едет, держит полосы, расстояние. Более того, в отличие от BMW, расстояние он еще пишет. Понимаешь, пишет в метрах. У китайцев типа, нужно 56 метров, добавить. Столько-то метров. Но я задолбался на нем ехать. У него был вот этот вот овальный руль дурацкий абсолютно. У меня болели пальцы, у меня болели локти. То есть я нормально не мог взяться. Когда долго едешь, ладно, потом, когда мы про такую машину будем показывать, я расскажу, как все это было. Короче, чтобы нормально держаться за руль, вот сверху, например, да, у тебя вот так вот локти будут подняты, больше задранные. Если по городу ты это не ощущаешь, ну ты так и не держишься, все да? Все для комфорта. Да? Вот. Именно. В общем, тебе здесь понравилось, как это работает? Конечно. Ну и по поводу стоимости. Как я и сказал, можно купить 4 Kia. Я думаю, многие уже посчитали, Kia стоит 2 миллиона. А Грант еще больше. Грант вообще просто автопарк. На каждый день. Неделька, знаешь? Гранта неделька. Каждый день выезжать на новый в течение недели. 2 Маджарика. Можно было купить Лисян. Это я говорю про новые китайские машины. Можно купить Воях. Фри и просто кайфовать прямо вот, ну, 2 не купить, что там показываешь, 2 примерно, 2, но человек не стал все это покупать и захотел Audi Q7, которая 3 года, но с минимальным пробегом. И обошелся этот автомобиль здесь в Петербурге под ключ в 8 миллионов рублей. Что скажу по поводу этого? Я это огромная сумма, это правда просто просто нечто. Открываешь наши доски объявлений, эти автомобили, именно Q7, если мы берем 21 год, стартуют 6200. Вот Питер, открывай, 6200. Это американская 2-литровый бензин. Так это совсем другой автомобиль. К большому сожалению, во-первых, он американский, во-вторых, он бензиновый 2-литровый. Там 252 силы, где-то там 280, по-моему, с чем-то сил. Если брать дизель, не ограничиваясь в пробеге, опять же, на досках объявлений Санкт-Петербурга, примерно 6700-7200. Это пробег 110-150. Это старт, да. Да. Пробег 110-150, неизвестно, что по состоянию. И про комплектацию я сейчас не говорю. Здесь комплектация не супер какая-то. Средняя, она с плюсом. Нет такого, что весь пакет человек туда засунул. Нет доводчиков. Нет ночного видения. Но состояние идеального автомобиля. И поэтому он стоит дорого. Димон, скажи, пожалуйста, давай добавим сюда реально сотку пробега. С пробегом 130 тысяч километров, комплектация плюс-минус такая. Не обязательно там человек хочет, допустим, проекцию, не обязательно он хочет S-Line. На понижение идем. Сколько может стоить такой автомобиль с пробегом 130? Секунду. С пробегом 130 это будет тоже отличный автомобиль. Ну, то есть, если искать его небитым и обслуженным из Германии, это будет тоже отличный автомобиль. Он не будет выглядеть точно так же, как с пробегом в 30. То есть он все равно будет немножко потерт, как ни крути. Будет немножко пескоструя, фары не будут как новые. На капоте где-то будут небольшие сколы, лобовое стекло будет с небольшими сколами. Лопухи зеркал будут немножко отпескоструены. Никуда от этого не деться. Кстати, это по поводу привезенных автомобилей из-за границы. Особенно из Германии, где автобаны. Здесь средняя скорость сколько сейчас на щитке показывает? Под 70. 70 километров? Ну, под 70. Под 70. За последние сколько? 22. За последние 22 тысячи, да, километров. Собственно... Считай, за весь пробег практически. Практически, да. Да. Средняя скорость под 70. У нас средняя скорость в Питере будет 22-27. То есть минимум в 2 раза. Это опять, чтобы было понимание. Автомобили в Германии носятся, да.
но не все автомобили с конским пробегом. То есть, смотрите автомобили из Германии, будьте внимательны, посмотрите фары, посмотрите решетки радиатора, сами значки, радары, снизу юбки, край капота, лобовые стекла, даже те же самые дворники, поводки, они сильно от песка сруины на автомобилях с большим пробегом. Над лобовым стеклом, лопухи зеркал, даже за ручкой водителя. Чем чаще садятся, тем больше поцарапан. Ну, хотя на пробег не особо влияет. Состояние шин. То есть, состояние шин. Если у вас стоят шины с амалогацией, заводские, год, месяц, все совпадает, это родные колеса. Если их поставили буквально вчера, немножко можно подзадуматься. Хотя немцы меняют шины достаточно часто. То есть, на 60 тысяч километров вам на ТО уже могут поставить новые шины. То есть, чуть ли не обязать вас это сделать просто в Германии. И меняют, причем, по осям. То есть, задние живые, махнем передние. Передние живые, задние на BMW стертые, махнем задние. Это тоже очень часто. Поэтому, как минимум, обращайте на это внимание. Заглянули. Видим. 13-я неделя 21-го года. Идем дальше. Видим. АО. Колеса с амалогацией. Это заводские покрышки. Естественно, можно и это подобрать, и все сделать. Но никто этим заниматься не будет. Практически никто. Колеса, кстати, Pirelli. Замечательные китайские автомобили. Я сейчас не утрирую, они такие есть. Например, там Zeekr и тот же Lisian. Почему-то тоже на европейских шинах. Как ни странно. Хотя все кричат, что шины китайские тоже просто супер-пуперские. И в том числе и ты, Санек, это постоянно мне твердишь. И Игорь. Понимаешь? Но да, за свои деньги. Да, но китайские дорогие автомобили у нас идут на Мишлене, на Пирелли и на прочих. Ладно, это мы отвлеклись. То есть внимательно посмотрите, чтобы действительно вас не обманули. Также можно подключиться к компьютерам, полазить, посмотреть во всех блоках. Вот мы подъехали, Александр уже сделал диагностику. Все записано у тебя, все есть? С 8500 пробег полностью отслеживается в автомобиле. Скинешь нам? Да, мы это вложим. Как это выглядит, как это делается? Никогда не стесняйтесь смотреть автомобиль, что бы продавец вам не говорил. То есть, да что ты будешь смотреть, она новая. Да это машина из Германии, что ты хочешь. Всегда смотрите внимательно. Это правда, действительно, могут обмануть. Больше обмануть не в Германии, смотать пробег и поставить фильтр, хотя это тоже бывает, но это бывает гораздо реже, чем автомобиль скрутят по пути. Либо здесь уже по прибытию в Россию, в Санкт-Петербург, Москву, Екатеринбург, куда угодно. Обязательно делайте диагностику на автомобилях, которые привезены на продажу. Если же заказываете автомобиль откуда-то, через любую компанию, я сейчас не намекаю на нашу, не обязательно обращаться к нам, главное к проверенным людям. И не вестись вот на эти, знаешь, я тут даже в телегу недавно выкладывал, с одного из телеграм-каналов. Знаешь, где вот машины, там, 1 300 000, там, такую-то привезу, 500 тысяч рублей, там, привезу RAV4 тебе 2004 года, откуда-то из Европы. Ну, полнейший идиотизм, машины, которые вообще не привезти и не растаможить, либо растаможить за какие-то миллионы, можно купить за копейки. Ну, естественно, это развод. И причем сани нашему, да, постоянно присылают, ну, вот, а смотрите, здесь какая дешевая, а вы думаете, меня обманут, вот я хочу купить, там, X3 за 1 800 000. Ну, они просто как-то там, может, грамотно, у них есть какие-то знакомые люди, ну, это чушь, господи, ну, неужели? Или вы не понимаете? Хотите купить автомобиль из Германии? Открываете Mobildu, Mobil.de, находите по своим параметрам автомобиль и просто видите стоимость. Допустим, 70 тысяч евро. В Германии этот автомобиль стоит 70 тысяч евро. То есть 7 миллионов рублей. Без таможни, без доставки, без оплаты как посредникам кому-то, без всего. Как она может стоить 5 миллионов или 6 миллионов, если она там стоит 7? Немножко же нужно соображать, ребят, иначе вас будут разводить и обманывать. Все, нашли автомобиль, который вас интересует, посмотрели, сколько она стоит там, открыли таможенный калькулятор, вбили параметры, посмотрели, сколько стоит таможня. Но это вообще элементарно. То же самое из Кореи. Открывайте сайт Ncar, только именно Ncar корейский. Не Ncar там ru, не Ncar плюс там еще какой-то там Next, я не знаю, и прочее всякое. Это не то. Это уже копия сайта, это зеркало. То есть это все равно, что примерно пойти в sberbank.ru.com. Еще что-то. Да, он будет точно такой же, только нахрен введите туда свои деньги, и они исчезнут. Именно на корейском языке. Пользуйтесь через Google переводчик. Все инкары, которые уже на русском,
желательно там автомобиль не искать. Но дело ваше, слушать меня или нет. То есть зашли, посмотрели, сколько он стоит в вонах. По актуальному курсу посмотрели, сколько автомобиль стоит в рублях. Также посмотрели таможню. Но там еще можно посмотреть, сколько было страховых выплат, была ли машина битая. Там много чего отмечено. Опять же, Александру нашему много присылают автомобиль. Ну вот же дешевый. Ты открываешь, а там на нем 7 аварий. И на наши деньги там на 3 миллиона выплат. А нет, такую я не хочу. У нас, кстати, есть бот, куда вы можете закидывать автомобили именно проходные 3-5 лет и смотреть их стоимость. Также у нас есть телеграм-канал «Автофакт Импорт», где мы выкладываем автомобили, которые привозим клиентам, либо какой автомобиль за какие деньги можно сейчас купить. Обязательно переходите, подписывайтесь, кому это интересно. В общем, друзья, будьте немножко внимательны. Смотрите, на какие сайты вы заходите. Ну, блин, немножко научитесь хотя бы считать. Ну, нет халявы такой. Никак не пригнать Outlander 21 года за 1 200 000 в Москву или в Питер или куда-то еще с таможней, со всеми делами. Как бы вам сладко это все не рассказывали и как бы не рассказывали вам, что есть какие-то связи и по-своему они таможат. С вас просто выманивают деньги максимально, насколько это можно. Макс, ну про явных жуликов, где предлагают Outlander 21 года за 1 200 000, это понятно, мы уже с этим разобрались. Но люди пошли дальше. К сожалению, сейчас на рынке есть товарищи, которые предлагают машины свежие, 0,3 года, но только там таможня считается не от объема, а от стоимости. И что эти умельцы придумали? Они занижают цену машины и в итоге платят меньше таможни, а человеку потом абсолютно точно придет до начисления. Причем до начисления не 1 200 000 евро, а на 1 000 000 рублей и даже больше, если мы говорим про дорогую свежую машину. Ну, пусть не абсолютно точно, но очень большой шанс, да? Что заплатить, да? Заставят. Да, такое тоже есть, и это не ново, это уже давно, когда-то через Киргизию занижали сильно стоимость автомобилей. Ну, сейчас-то могут делать вот через Беларусь. Друзья, давайте немножко прокатимся. Ну и на ходу немножко Дмитрий расскажет. Все-таки он проехал на этой машине больше, чем я, ровно на 1200 километров, я на ней вообще не ехал. Панораму закроем. Здесь и панорама, и шторка есть. В сравнении с BMW автомобиль более комфортный. Автомат здесь ZF, 8-ступенчатый. Работает очень плавно, быстро, держит большую полку крутящего момента. И привод здесь, кстати, Торсен. Многие владельцы Audi хотят именно с таким типом привода автомобиля. Щиток можно менять, можно сделать как большие приборы, так и уменьшенную их версию, и будет отображаться также температура масла. Либо, как уже показывал Максим, вывести сюда навигацию. Естественно, здесь есть и CarPlay, и можно использовать и его. Боковые зеркала здесь с автозатемнением, не только салонные. Сзади, если кто-то будет с дальним светом, есть. А есть и такие люди, кто ездит именно так. У вас глаза не будут уставать, машина сама затемнит боковые зеркала. Также есть проекция, на которую можно вывести скорость, работу адаптивного круиз-контроля, что также удобно, не надо будет отвлекаться даже на такую информативную цифровую панель. Как тебе, Тём, сиденье удобно? Да, мне нравится очень. Пространство такое большое, ну и комфортно, как в X5, наверное. И хотя он побольше. Ощущается прям вот новый автомобиль, пахнет. Именно у Audi, да, есть какой-то свой запах, да. Что у BMW, что у Audi, у каждой машины. Заводской запах. Да, да. У китайцев свой запах. У разных китайцев он разный. Я обожаю этот запах игрушек. Чем выше уровень китайца, тем этого запаха все меньше, либо он полностью отсутствует. Ну это прям баржа. Она очень комфортная, автомобиль весит 2 200 кг. Идет очень уверенно, держит траекторию просто отлично. Шум рядом перемещающихся автомобилей никак не ощущается. Мы сейчас едем в потоке, и это на скоростях и 60, и 100, и больше 100. Машина очень комфортна. На дальнее путешествие бак порядка 80 здесь литров, что дает автономность больше 1000 км. Запас хода – это очень круто. Сейчас мы как раз с вами в повороте проверим работу задней оси. Как видите, мы развернулись прямо сразу в среднюю полосу, абсолютно без каких-то сложностей. То есть в ограниченном пространстве задняя ось позволяет парковаться как на автомобиле C-класса в малое количество приемов. Работу пневмы можно настроить прямо с экрана, можно либо поднять ее в максимальное положение, есть промежуточные также варианты, либо полностью опустить ее вниз.
поставить режим, скажем, efficiency. И у нас машина сейчас пошла вниз. Можно прямо даже ощущать, что она чуть ниже кузов становится. Сейчас будет на уровне приподнятого универсала. Также в режиме efficiency у нас работает мягкий гибрид. Машина очень плавно запускается, без рывков. В пробке очень удобно. Это не классическая система старт-стоп, которая каждый раз достаточно жестко включает силовой агрегат, а здесь она это делает очень плавно, и вы этого практически не ощущаете. Реальный расход за долгое время 8,9, то есть менее 9 литров. Для такого большого автомобиля, считаю, отличный показатель, при том, что это реальные цифры, а не какие-то там на бумаге. Также особенность автомобиля из Германии, поскольку машины изначально все для нашего рынка, априори есть русский язык, ничего не нужно там дооснащать, записываться в какие-то сервисы. Все есть у вас уже базово, просто выбираете русский язык и пользуйтесь как любым обычным автомобилем. А также навигация, естественно, работает в России, и все карты, они уже изначально есть, можно просто брать и ехать. Многие, кстати, хотят видеть автомобили с теплыми зимними опциями. Для немцев это все крайне редко бывает. Тот же подогрев руля конкретно в этом автомобиле он есть, и это большая редкость. Бывают также автомобили с Вибаста, крайне редко бывают с обогревом лобового стекла. Обогрев стекла, он, как правило, пленочный у немцев. Чуть-чуть с вами принажали педаль газа, автомобиль разгоняется очень уверенно, в салоне при этом также тихо, комфортно, и это мы все в efficiency режиме, в самом экономичном делаем. Вот уже и 34 тысячи преодолели на 3 километра. Хочу ворваться. Тёмыч, как? Хорошо. Кайфанул, да? Чувствуешь, да? Премиум вага. Ну, премиум, ну, как сказать, не лучше BMW, вот просто комфортно, как в BMW. А не одноклассники все-таки. Я имею в виду X5, GN05. Да-да-да. Друзья, завтра мы поедем к Сане в детейлинг и покажем вам автомобиль нашего клиента, который также привезли из Кореи, с пробегом всего в 10 тысяч километров. Просто, если это новая машина практически, то там можно сказать прям новая-новая. Ну что, друзья, второй автомобиль в этом ролике, и это BMW. Посмотрите, какая красавица. И опять белый автомобиль. Вот ты знаешь, Артем, сегодня я присутствовал, когда делали керамику. Я видел его грязным с автовоза. Ну и опять отнесся, знаешь, как вот, ну белое так себе. Я люблю цветные. Но после того, как помыли, нанесли керамику, она даже больше выглядит. Ты понимаешь? Как будто это не тройка, а целая пятерка. Примерно это ты и сказал, когда вошел в бокс. Такой, о, пятерочка. Ребят, посмотрите, какая прекрасная машина. Блин, не перестаю восторгаться тройками от BMW. Действительно, мне они очень нравятся. 20-й год, вторая половина. Комплектация практически самая максимальная. Единственное здесь у нас задний привод. 2 литра бензин, а не дизель. И самые простые фары, которые могли на ней быть. Не знаю почему, но вот кореец в конфигураторе выбрал именно так. У нас М-пакет, красивые колеса, красивые бампера, замечательный салон, полная электрика. Ну, кроме подножки под ноги вот этой вот атаманочки маленькой. Цифровой щиток, адаптив третьего уровня. В общем, есть все. Есть люк. Камеры 360, музыка Harman. Давайте под капот. Так, у нас 7-й месяц 2020 года. Под капотом, как и снаружи, состояние просто идеальное. Здесь ничего не намывали, ничего не делали. Вот грязь как налетела за время, как она ехала на автовозе и немножко в Корее, так она и осталась. Мотор работает, просто шуршит. Ну а как он должен работать, если пробега здесь практически никакого нет? Честно сказать, это реально довольно-таки редкий случай, чтобы 4-летний автомобиль был с пробегом в 10 тысяч километров. А здесь как раз такой пробег. 10 с копейками. Все идеально. Нигде ничего не снималось, не крутилось. Тут не то, что нет крашеных элементов. На автомобиле даже сколов нет. Ребят, посмотрите, как выглядит капот.
как выглядит решетка радиатора, сам хромированный элемент, сами шторки, бампер, все. Черный глянец, сама оптика как выглядит, нет не то что пескоструя, тут нет ни единого скола, вообще ничего нет, лобовое стекло, лопухи зеркал, сам салон, над лобовым стеклом крыша как выглядит, состояние нового автомобиля. Что я могу сказать? Заказчику действительно повезло. Завтра он забирает машину. Блин, я думаю, он просто кайфанет. Я сейчас сюда проехал на ней буквально 100 метров от мойки. И вот прямо ощущение новой машины. Друзья, когда покупаете автомобили уже в России, которые привезли, и заявлен маленький пробег, например, если это автомобиль BMW, как минимум закажите, купите Air. Полный отчет по всем ТО, по всем заездам к официальному дилеру. Зачем заезжал, для чего заезжал, когда заезжал, что делали, это все будет отмечено. Стоит это не так дорого, где-то 500 рублей, где-то 1000 рублей, но вы, по крайней мере, будете знать практически всю информацию, всю электронную сервисную книжку. Причем в любой стране, будь то Корея, Германия, Испания, Россия, где он заезжал на официального дилера, там эта отметка и всплывет. Обязательно, как только что я вам показал, пробегитесь, посмотрите переднюю часть автомобиля, оптику, ноздри сами, решетку радиатора, значок тот же самый, камеру, низ бампера, все глянцевые элементы, потому что пробег запросто могут подкрутить. Обязательно закажите выездную диагностику. Пусть люди приедут, кто разбирается, почитают блоки, посмотрят моточасы, проверят все, что только можно в этом автомобиле. Обязательно посмотрите на состояние салона. Как выглядят боковинки, как выглядят сами нитки на швах, боковинки на спинке. То есть это все идеально. Здесь есть пару пятнышек, что-то кореец. Чем-то кореец тут капнул, не будем гадать чем. Посмотрите на сам руль. Ты понимаешь, он здесь даже ногтем ни разу не задел, Тём. Ты видишь? Угу. Ни одной царапульки вообще нет. Просто, ну 10 тысяч пробега, правда, ну ни о чем. Ты видишь, на подножке еще полиэтилен? Обязательно посмотрите на карты дверей, особенно водительской, чтобы не было запилено, просижено, сами кнопки, хром, если он есть где-то, алюминий, сам пластик, вот эти вот кожзам. На больших пробегах все это выглядит абсолютно по-другому. Хотя, честно сказать, на самом деле автомобили очень прочные, салоны у них очень прочные. И даже на пробеге в 30, 40, 50 и 80 салон все равно выглядит очень хорошо. Выдают только сколы снаружи. Задний ряд. Здесь, возможно, вообще никто никогда не ездил. Что, немножко здесь алькантара. В какую сторону ведешь? Темно-светло становится. Можно подумать, знаешь, что вот пятно какое-то. Вот таким образом. Даже пластик не побит нигде. Посмотри. Понимаешь? Нигде ремень не залетел ни разу. Багажник. Ну, естественно, состояние нового. Здесь ничего никогда не возили. Нигде ничего не нацарапали, не напачкали с электроприводом. Вернемся под капот. Да, конечно же, все любят дизельный двигатель. И 2 литра, и 3 литра. Здесь у нас B48. 2 литра бензин. Друзья мои, если вы будете обслуживать его, менять моторное масло хотя бы раз в 10 тысяч, а не как по регламенту раз в 20, или когда машина попросит. А мы тут недавно столкнулись с BMW X6, у которого на масле уже был пробег 26 тысяч, и можно было проехать еще 4, показывал автомобиль. Но честно сказать, да, машины умные, масла хорошие, но выглядит это бредово. Мне кажется, нет ничего сложного поменять масло хотя бы раз в 10 тысяч. А еще лучше раз в 7 тысяч. Кто-то скажет полная чушь, этого делать не нужно. Это ваше мнение, можете ездить 30-ку, если так нравится. Заправляйтесь хорошим бензином, меняйте масло почаще. И бензиновый B48 увезет вас далеко за 200 тысяч километров. В этом случае, с таким пробегом, без разницы, дизель здесь или бензин. Единственное, что в самой тяге, что на дизеле повеселей. А так, автомобиль просто новый. Чего здесь не хватает для меня, так это полного привода. Пойдемте в салон. На данный момент пока что автомобиль не русифицирован. Этим займемся завтра, прямо перед выдачей автомобиля. Что у нас есть? Есть у нас, как я и сказал, практически все. Беспроводная зарядка. Но она есть у всех. G20. Два подстаканника. В более дорогих моделях. Например, в X5 они бывают с обогревом. Либо наоборот с охлаждением. Видишь, ключик у нас в каком модном чехле. Скажем так, не часто они приходят в чехлах. Он и так не маленький. Хотя ключ с экраном, который он вообще огромный. Еще такой чехол.
отделка у нас такой рифленый типа алюминий, как антивандальная. Ну, естественно, шайба для всех управлений и манипуляций. Блин, на корейском языке сейчас заблужу здесь, чтобы потом не вылезти будет. Надо хотя бы на английский перевести. Так, ну что, режимы. Как обычно, у нас спорт, щиток приборов. Немножко меняет свою форму и окрас. Комфорт и Эко Про. Автохолд, ручник, старт-стоп, отключение. Причем автоматически после каждого запуска включается. Есть обогрев сидений, вентиляции в троечке, к сожалению, нет. Камеры кругового обзора, заднего вида, с подруливаемой разметкой. Это я уже тоже много раз показывал. Так, попереключаем. Посмотрели, что у нас по краям, что у нас впереди, сзади. Набрали смелости и выехали на дорогу общего пользования. Так, здесь у нас проваливаемся назад, ставим паркинг. Не надо глушить, не надо. Здесь у нас разные адаптивы. Настраиваем под себя, но они максимальные. То есть максимально, что могло быть в этом автомобиле. Здесь присутствует. Очень крутая вещь. Так, простите, давайте в стандарт поставим, мне так удобней. Щиток приборов, опять же, максимальный. Именно когда есть вот эти индикаторы, это и есть адаптив третьего уровня у нас. И вот здесь такая кнопочка. Нарисован руль, удержание в полосе и прочее. Про люк я уже сказал. Так, немножко у нас здесь отвалился крепление от лобового стекла. Точнее, оно не отвалилось, а его сняли, потому что лобовик был тонирован. И тонировку снимали. Я думаю, что владелец сам уже приклеит на то место, которое ему будет удобней. И поставит штатный регистратор. Которые практически всегда, ну скажем так, 8 из 10 точно идут с автомобилем в комплекте. И на заднем стекле есть задний регистратор. Так, уберем пока. Если сейчас подключить ее, он будет с нами разговаривать на корейском языке. Мгновенно просто начнет с нами здороваться. Привет. Она мне сказала, ты слышал, сказала? Нет, я не слышал. Я не буду говорить, блин. Установим так, возможно, он и будет уже так держаться. Хозяин захочет, переставит. Хотя это как раз вот его место. Тянул ремешок. Да, естественно, меня тоже. Новый автомобиль. Прям летит. Знаешь, как скажут сейчас, новый автомобиль может быть только новым из салона. Согласен. А это старый новый автомобиль. Я не знаю, что кореец сделал с ним, что проехал всего лишь 10 тысяч километров. Вот правда не знаю. Может, у него пикап еще есть свой. Или автобус, а это был как автомобиль выходного дня. Не могу сказать. Так, включаем удержание в полосах. И выставляем скорость. Все. Здесь, правда, не погонять. Да и неохота. Вот мы поставили. Оп, нажали. Скорость. 40, 50, ну, скажем так, не больше 60. Все, отпускаем. Точно так же она показывает нам на проекции. Все, машина поехала. И вот она сама будет ехать. Наберет 60. Давайте не будем здесь по парковке 60. Сделаем вот 30. Вот она набирает эту скорость. 40, давай 40, ладно. И с этой скоростью двигает. Если вдруг перед ней выезжает какой-то автомобиль, она притормаживает и пускает его. Точно так же держит в полосах. Видишь, вот, опа, я пересекаю полосы. Он мне даже сейчас рисовать будет, что я на встречку переехал. В общем, ладно, это мы показывали и ранее. Также подлокотник центральный в идеальнейшем состоянии. Вышли мы на улицу, опять же касаемо пробегов. Смотрим колеса, сами покрышки. Можно посмотреть, конечно, бордюрки на дисках еще. Ну, блин, ее можно получить буквально за первую тысячу, а то и за первые там 100 или даже за 10 километров. Видим состояние покрышек. Идеальное. Выкручиваем обратно. Смотрим сбоку. Находим. 9-я неделя 2020 года. Понимаем, что колеса у нас 2020 года. Видим вот эту вот звездочку и РСЦ. Это у нас амалогация BMW. Смотрим на задние колеса. Также видим, что они идеальные. Видим звездочку и РСЦ. Год выпуска. 7-я неделя 2020 года. Те же самые Goodyear. Ну и так,
по кругу. На передней оси, на задней оси, везде проверили. Также Goodyear, 7-я неделя 2020 года. Амалогация вот она снизу. И переднее правое колесо. Давайте еще раз выверну. Шина в идеальном состоянии, с амалогацией. И 9-я неделя 2020 года. Обязательно это проверяйте, когда покупаете автомобили, уже привезенные здесь. Когда вы покупаете автомобили из Кореи, либо из Германии, вы видите само объявление, когда заказываете автомобиль, которое нашли на Энкаре. То есть вы там уже видите этот пробег. Когда автомобиль приехал, можете подключиться к компьютерам, попросить, кто вас привез, либо вызвать стороннюю организацию, чтобы она проверила. Ну и обязательно пробегитесь, посмотрите вокруг, чтобы быть уверенными. Это показывал я уже много раз, как все делать. В наших роликах, в том же «Эксперте на день», про подбор автомобилей. Открыли капот, посмотрели петли капота, крепление к самому капоту, крепление к кузову. Пробежались по крыльям, посмотрели, чтобы не срывались. Посмотрели даты на фарах. У BMW это очень просто. 16.07.20. Автомобиль у нас по шильде 7-й месяц 2020 года. Посмотрели на правой. 16.07.20. Когда оптика, скажем так, вот самая простая, часто корейцы докупают, уже владея этим автомобилем, заезжают к дилеру, докупают, ставят более расширенную LED-овскую оптику. И, естественно, тогда даты будут уже не совпадать. Но по отчету Air это будет видно, что он заезжал на пробеге, например, в 3000, в 20 тысяч, в 30 тысяч, в 100 тысяч и поменял оптику. Друзья, сколько же обошелся клиенту этот прекрасный автомобиль? Цена до Владивостока с таможней, со всеми делами, 3 миллиона 910 тысяч рублей. Плюс автовоз до Питера. Но с какого региона вы, вам нужно просто уточнить, сколько стоит автовоз с Владивостока до вашего города, либо своим ходом, кто-то забирает и так. До Питера стоит примерно 170-200 тысяч рублей. То есть, как договоришься уже, какой автовоз был, смотря что входит, есть кто-то везет без страховок, это будет совсем дешево, но не рекомендую ни в коем случае везти какой-то левой компания, которая просто вот загрузила и везет. Все-таки автомобили на автовозах, когда застрахованы, это важно и нужно. Сталкивались пару раз, все работает, все возмещают, деньги людям платят. И за царапины, и за трещины, и за сколы. Обязательно это проверяйте, чтобы перевозчик, который везет, страховал автомобили. Обязательно. И да, друзья, я реально знаю, реально понимаю, что вам хочется, что можно привезти за миллион, за 1,5 миллиона. Блин, практически ничего. Из-за курса валюты, из-за таможни, ну, практически ничего. Если хотите, мы сделаем ролик, что можно привезти не от миллиона. Ну, давайте от 1 400 000 до 2 миллионов. Сделаем отдельный ролик, расскажем в подробностях, какие автомобили попадают в этот бюджет. С паромом, с таможней, со всеми делами под ключ до Владивостока. Сделаем отдельный ролик. Если хотите, напишите обязательно в комментариях. Ну что, Тёмыч, покажи немного красоты этой BMW. Друзья, если вам интересно, какие автомобили мы привозим из Кореи и Германии для наших клиентов, пожалуйста, телеграм-канал «Автофакт Импорт». Там вы можете увидеть проверку автомобиля в Корее, как она приехала на экспортную площадку, потом в порт и отзыв клиента, который получил уже ее в России. Переходите, подписывайтесь, кому это интересно. Если вы ищете автомобиль и хотите заказать его из Германии либо Кореи, пожалуйста, телефончик будет также внизу. Тёмыч, пойдем покажем еще одну очень интересную вещь. К сожалению, я без фонарика. Давай подсвечу телефоном. Загляни просто в выхлопные трубы. Но, в принципе, как они должны выглядеть на пробеге в 10 тысяч километров. Друзья, буквально через минуту вы увидите, какой автомобиль приехал следующим в Петербург. Автомобилей много, по разным городам разъезжаются. То, что приезжает в Питер, по возможности мы вам показываем. Друзья, ну и еще очередной автомобиль, который мы привезли нашему клиенту.
Сейчас Дмитрий подъедет. Так, первым вижу, это наш автомобиль едет. Ах, какой красивый. И вот он. Гольф. Только-только из Германии вчера. Не R-ка. Как вы помните, в прошлый раз мы здесь снимали R-ку. Этот обычный 1.5 литра. Ничего сверхъестественного. Сейчас посмотрим, что там. Ну что, продиагностировали? Да. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Димон. Здравствуйте, Артем. Привет, привет. Как сам? Потихоньку. Как доехал? Все хорошо? Здорово. Привет. Ну да, первым делом загляну. Ты мне вчера видосик небольшой подснял по пути. Вот что я тебе скажу сходу. Мне вот эти сиденья вот уже просто визуально нравятся больше, чем в R-ке. А чем? Да всем. Как будто бы даже сшитые, собраны. Ты помнишь, что там было? Ты про новое уже отзывался. Новое никакое. Во-первых, они из полиэтилена сделаны, это раз. Реально, вот эта ткань в 100 раз лучше того полиэтилена, который стоит в 8-м гольфе в R-ке. И стоит, блин, 5 миллионов. 5 миллионов. И, можно сказать, в 2 раза дешевле. Так, что у нас? Пробег 78 тысяч километров. ДСГ, мотор 1.5 литра. Я 211. Ну, блин, ничего нового мы здесь не увидим. Все как в ваге, все как в гольфе. Ехал, понравилось? Да, для гольфа, для обычной каждодневной машины отлично. Туповат? Ну, как будто ты не захотел это говорить, это выглядит так. ДСГ, она специфичная просто. После того, как поездишь на автомате, на классическом, на ZF, ДСГ уже выглядит как немножко просто другое. Ты после BMW сейчас сравниваешь? Да, да. Не, ну... После дизельной 3-литровой BMW? Да, да. Ну, молодец, конечно. Тут как раз вот 1.5 литра и 3 литра дизеля. Да. Как раз для сравнения, да, то же самое. Фары, кстати, Саша удивился, что фары матричные выделяют встречные попутные машины. Удивительно в этом классе. Октавия, например, в этом поколении этого не умеет. Удивительно для гольфа он имеет в виду, да? Да, да, для гольфа в 7,5 кузова. Слушай, ну давай так, их собирают как хотят. На заказ, хочешь то, хочешь это. Да, здесь так и собрано. Тут же все наборное у нас. Выглядит хорошо. Беленький, светленький. Мы подъехали издалека. Остановились, мы машину бросили в кустах. Идем. Тёма говорит, куда беленькая идем? Беленькая уже есть. Я говорю, стоит же машина оттуда. Я просто видел, что белая. Иду, говорит, говоришь, Пежо. Понимаешь? Перепутал. Могли бы и Пежо снять, да. Так, это что такое? Это набор инструмента. А что так выглядит? Ну, устрашающе. Докатки нет? Как обура. Прикинь, в аэропорт. Ты видел, как ходят? Какой-нибудь Магнум. Я тут недавно был на заправке, вот он вылезает. Из BMW G-шки, G20. Вот он вылезает, вот это у него здесь висит. Лет 25-27, парни. Здесь какой-то нож, еще что-то, и вот он вылезает. Пошел. Платить за заправку. Реально, прикинь, вот просто на показуху, чтобы он висел. Круто, безумно. Зато никто не пристанет его, понимаешь? Так, запаски нет. Сама ниша укрыта карпетом, то есть металл мы не увидим. Давай посмотрим, что тут за подарки. Сейчас, реально, Магнум. Все проще. Герметик, инструмент, проушина. Пробил колесо чини. Все проще. Клей, да. Пол двойной, кстати, заметил. Я вижу, что вторая вот полочка, это сверху как раз ее, наверное, закидывать, да? Да, да, да. Либо здесь, либо вот здесь. Или скорее даже вот здесь. Для Шкод российских это была опция. Двойной вот. Пол крайне редко. Ну, колесо, кстати, влезет, можно бросить. Да, да, еще останется. Никак в BMW, чтобы колесо не поставить. Задние фонари простые. Так, Димон, все вещи с собой сразу. Ну что, весь целый? Да. Весь. Даже бампера не крашены. Даже бампера не. Да. Сами удивитесь. Замечательно. Так, сиденья у нас механические, есть массаж. Есть поясничный подпор. Вот я его выкатил. Вверх-вниз он не двигается. Руль по состоянию, можно сказать, в идеальном состоянии. Не затерт. А вот сиденье из-за того, что очень яркие боковые поддержки. И когда садишься, спиной затираешь. Видишь, немножко разлохматилось. Тут даже не нужно быть каким-то кабаном огромным. Просто при посадке ты постоянно это чиркаешь. К сожалению, такое будет. Чем? Ну ты помнишь 8-й год? Да. Ты помнишь это сиденье от Каи? Да, лучше, наверное. Вот это вот лепкие. Гораздо прикольнее. Так нет, тут ткань, и это то ли замша, то ли это похоже алькантара. На замшу. Ну, под алькантару что-то. Да, 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 да. Опачки.
Вот массаж включен. Ну, там массаж-то такой. Не как на BMW. Не как на BMW, просто поясницу немножко катает. Этим же валиком, который ты регулируешь. Ну, в принципе. Ты сразу на S-ку попал, что ли, нет? Да. Да, да. Еще раз вниз. Да, просто на драйве можно. 150 лошадей. Был раньше 1,4, стал 1,5 литра. Ну, я не сказал бы, что он это. Повад-то. Он прыткий. Ну да, он весь прыгает на этих колодцах здесь. Не скажу, что прям ракета, но слушай. Ну по городу, вот как ты и сказал, самое то. Ты по трассе это понял, да, что не хватает? Ну, свыше 120 уже. Хотелось бы поживее. Вопрос привычки. Тоже верно. Все обычная, не нервная машина. Если в РКУ я сел, просто, понимаешь, он тебе прямо напрягает всю дорогу. Подвеска состояние новой. По крайней мере, такие ощущения при вождении. Все эти колодцы, ямы проглотили. Сейчас немножко сюда по прямой. С велосипедистами покатаемся. Я прям подумал, ты скажешь, прям тупой-тупой. По крайней мере, вчера мне так показалось, с твоих слов. Ну и, естественно, мне все это нравится. Нравится, как выглядит средняя консоль. Понимаешь, мне похоже, предыдущий больше нравится следующего. То есть семерка больше восьмерки. Ну, здесь он более такой классический дизайн. Больше кнопок. Ну вот, вот. Все, да, ездить, понимаешь? Покрутить, да. Надо покрутить те сиденья. Раз, вот добавил. Раз, раз. Все на ходу. Не надо куда-то вникать, там что-то ждать обратный отклик. Хотя это тоже прикольно. Или уж тем более, как во многих сейчас автомобилях, зайти куда-то в меню, найти там обогрев сиденья, куда-то ткнуть. И на руле кнопки классические. Да, тоже, кстати, очень удобно. Зачем портить то, что хорошо работает? На самом деле, новые технологии вот эти, да, планшеты и все прочее, это же, наоборот, на удешевление. Здесь надо кнопки было изготовить везде, крутилки. Там поставили планшет, прописали, все, все работает. Ну, правда, мне здесь нравится. Вот напишите, друзья, как вам нравится, на планшетах все полностью? Я вижу, есть у нас мертвые зоны, да? Да, слепые зоны. Ассистент экстренного торможения, ассистент выезда с парковки задним ходом, адаптивный круиз, ассистент полосы, то есть полный набор здесь есть, как и хотел клиент. Это было ключевое условие при выборе автомобиля. Нормально дует. Отлично разгоняется вообще. Видимо, вчетвером он быстрее едет, чем в одном. Мы сейчас сидим вчетвером, причем такие не худыши. Да, Санек? Да. Не сказать, что малыши. Все, мне нравится, классная машина. Лучше две таких, чем R-ку, да? Да нет, да, подождите. R-ка для другого. Вот. Мне она просто не нужна, нужна. А кто-то как раз вот от этого и кайфует. Или как машина какая-то выездного дня, что ли, знаешь, там погонять. Автохолд, кармашек, два стаканчика. Беспроводная зарядка есть, да, есть. Я говорю, а, глубокий какой он, ты посмотри. Мне солнцем ослепило. Также USB-разъем там есть у нас. Так, климат слева, климат справа. Направление, обогрев сидений трехступенчатый. Магнитола полностью сенсорная. Ну ладно, магнитола боксин, пускай будет сенсорная. Обычная аварийка посередине, как и нужно. Не как китайцы сейчас сюда ее запрятали, что Санек один раз просто найти не мог, когда бензин у него кончился на дороге. С автовоза съехал. Надо было перекатить дорогу и просто вот едет. Тык, бах, заглох, встал. Просто встал на дороге. Не просто на дороге, на повороте, перекрыв две полосы движения. Это какая машина? Xeed RX. На Exceed RX. Китайца. Потому что бензина было, не знаю, 100 грамм. То есть вот с автовоза скатился, запустился, скатился и все. Можно так сказать, на дорогу выехал. И вот он стоял, я говорю, ладно, Сань, я пошел за своей машиной. Я с ним был вместе. Я, Тёма, Женёк. Я говорю, ты ищи аварийку, я пошел за машиной. Тёмыч пошел со мной, за канистрой, за бензином. Они вот минут за 20 разобрали, что аварийка на потолке. Понимаешь? И все такое. Хорошо, здесь не надо разбираться. Так, колеса у нас. Где ты, радость моя?
Колеса у нас 17-е, 225, 45, 17, 40-я неделя 19-го года. Родные покрышки еще стоят. Вот такой автомобиль, 19-20 год, с пробегом до сотни, скажем так, 70-80, в хорошем техническом состоянии, весь целый, не битый, не крашеный, будет стоить примерно 2 500 000, 2 600. Это уже под ключ в Санкт-Петербурге. С пробегом больше, какие-то окрасы, какие-то притертости, салон немножко потрепан, естественно, дешевле. То есть берем с пробегом 150-170 и будет стоить уже 2 100 2 200, опять же, зависит от внешнего состояния и как его обслуживали. Берем не хэтч, а универсал, универсалов в Германии очень много, будет еще дешевле. Также, конечно, можно привезти еще и дизельный автомобиль. Димон, сколько будет стоить дизельный? А дизельный будет примерно на 1500–2000 евро дороже, у него таможня больше. Это Гольф, имеется в виду Гольф? Да, это будет 1.6 дизель на такой же DQ200. Угу. Что еще можно привезти от 2 до 2,5 миллионов? Можно попробовать найти Mini Cooper или Seat посмотреть, либо Volkswagen, но еще поменьше, чем Гольф. Seat, ты имеешь в виду Ibiza, Leon? Например, да. Тоже хэтч, универсал? Да, да. Ну, также механика, автомат. Механики, кстати, в Германии очень много. И Polo. Многие ее любят. Polo Hatch. Можно Polo Hatchback, да. Uh-huh. Это будет европейский, настоящий Polo, а не который у нас седан придумали специально для России. Ну, не только для России. Кстати, там... механику люди любят. У нас заказывали Mini Cooper на механике, и человек остался очень доволен. У нас заказывали Mercedes C-шку на механике. Да, универсал. Да. Понимаешь, человек остался очень доволен. Тут кто что хочет. Это не значит, что... Знаешь, как я выложил в Телеграм, что Мерседес на механике. Естественно, в пробег никто не верит. Пробег должен быть, если на механике, значит, 300 или 400. Без разницы, что эта машина будет 2020 года. Не суть. Друзья, естественно, мы проверяем пробеги перед тем, как привезти автомобили. То есть делаем все возможное, чтобы не привезти со скрученным пробегом. Бывает ли такое из Германии? Бывает. Но не так часто, как можно себе это представить. Не каждая вторая машина. И на нашей практике такого не было, да, ни разу. Хотя, если рыться где-то на каких-то там немецких серых площадках, где торгуют чем попало, там можно, конечно, выискивать одну за одной машину со скрученным пробегом, либо битую, либо крашеную, где про это вам не расскажут. Но мы покупаем автомобили от официальных дилеров в основном. Крайне редко, когда человек вот хочу вот эту, вот хочу вот эту, вот он сам нашел, хорошо, привезем тебе и эту. Это чтобы было понимание. Совсем недавно пригоняли Туран. Да. Дизельный. Туран был не от официального дилера, от серого, причем автомобиль из Дании, с аукциона, и он без окрасов. И вот это был как раз Туран, который человек сам нашел на мобиле DE, он его нашел и говорит: ребята, я хочу именно эту. Димон ему говорит: может быть, не стоит, может быть, поискать от официального дилера. От официального дилера были точно такие же Тураны, на 1500–2000 евро дороже. Но при этом они были бы по салону, по внешнему состоянию гораздо лучше. Здесь достаточно большое количество огрехов было. Но клиент сказал, важнее цена, это первостепенно. И такой автомобиль привезли. Обошелся Туран в 2600. Все зависит, опять же, от курса. Курс очень сильно влияет на итоговую цену автомобиля. Это естественно. Если евро стоит 100, цена одна. Если евро стоит 110, цена совершенно другая. Если упал до 90, машина будет дешевле. Я думаю, тут простая математика, и мне не нужно это разжевывать и рассказывать. Хотя иногда оказывается, что нужно. Знаешь, как вот человек позвонил: рассчитайте, пожалуйста, машину. Рассчитайте, пожалуйста, мне вот, допустим, вот этот Гольф. Рассчитывали, когда евро стоил 90, прошло 2-3 месяца, и, ну, хочу вот такой же Гольф за те же деньги. Я готов, да. Да, я готов, типа, я готов. Ты говоришь: извините, пожалуйста, но евро подорожал на 10 рублей, ну, нет той цены. Ну, вот, как бы, и как будто бы это мы виноваты. Друзья, ну, как мы-то за это можем отвечать? Это не к нам, это куда-то вот туда выше. Как бы зафиксируйте для себя евро, которое вам хочется, там за 30 или за 20, машины будут вообще просто за халяву на самом деле. Ну и как мы каждый раз проговариваем, не нужно верить в то, что можно вот такой вот автомобиль привезти за 800 тысяч рублей, за 900 под ключ. Хотя и таких объявлений полно, да и люди, которые выдают неправду за истину, их, к сожалению, много. Дим, не то что объявления. Мне присылают ребята целый телеграм-канал и говорят: Максим, посмотри, ну вот тут цены вообще как бы за халяву. Просто целые телеграм-каналы, которые ежедневно пополняют списки, где и отзывы клиентов. Спасибо, компании такой-то привезли. Вот, подожди, ну иди сюда. Иди сюда. Саша, за 1000 отзыв надо. 1000 рублей даю тебе, отзыв нужен. Мы тебе привезли эту тачку.
за 900 тысяч рублей с пробегом 80. Сейчас давай. 10 снимаем таких, все. 10 тысяч. Спасибо, Дмитрий, за привоз за 900 тысяч рублей, да, пробег 80 тысяч, как я и хотел. Прямо из Германии, все. Прямо вот эту канитель, вот как они вот это делают, давай. Спасибо, Дмитрий, за привоз данного автомобиля. Не Дмитрий, а Дмитрию, ты же аудитория сейчас. Его еще научить надо, все что ли? Спасибо, Дмитрию, за привоз данного автомобиля. Он мне обошелся всего 900 тысяч рублей под ключ. В Санкт-Петербурге. Дмитрий еще мне оставил пароварку. Пароварку из Германии. Из Германии. Велосипед чешский, Шкода. Он мне привез. Вот, что еще скажу. Спасибо Дмитрию еще раз за данный автомобиль. Буду обращаться к вам и советовать вас всем. Все отлично. 1000 рублей переведу тебе. Давай, спасибо, брат. Давайте, ребята. Да, давай, счастливо. Так и работает. Вот так это и работает. Это как бы смешно не звучало, но вот такие Александры, которые двух слов создать не могут, получают 1000 рублей, 4-го раза записывают отзыв, и этот отзыв получается в Телеграм-канале. Дима, спасибо, спасибо Дмитрию, спасибо, Дим. Правда, брат, я так его хотел. Мы всей семьей его искали. Там привозят 1,5-2-3 миллиона какие-то просят, какие-то невменяемые люди. Это нашел, наконец, вас за 900. Они наваривают по миллиону на машине. Ну, да? Вообще совести никакой нет. Ну, вот же она за 900, ласточка моя. Надеюсь, будет возить нас и просто, ну, не подводить. Также мы хотим заказать у вас мультивэн. Вот этот вот, правда, за 1,5 миллиона можно, за да? полтора, полноприводный. Все, спасибо, все. С пробегом 50. Все. Ребят, вот он, запомните его лицо. Тёма, сделаю так, что разыскивает милиция. В общем, ребята, смех смехом, ну, немножко голову включайте. Вы можете найти автомобиль сами на мобиле ДЕ, посмотреть, сколько он стоит. И то, что предлагается здесь, в Телеграм-канале или в каких-то даже объявлениях, не будет этого. У вас просто не будет ничего. Хотите за 900, вы потеряете 900, а может быть и больше. То есть все очень просто. Я уже говорил, был человек, который гольф какой-то там 6 или какой-то за 500 тысяч мы должны были привезти. Блин, за 500. Также был человек, который позвонил, Саша разговаривает. Минут 10 уже 20 разговаривает. И Саша говорит, понимаешь, что он заказать ничего не хочет, но он как будто бы информацию какую-то просто вынимает. Он говорит, вы уже заказали где-то? Он говорит, да. Он продал свой C-Max, Ford C-Max, остальные деньги взял в кредит и заказал Шкоду Корок 1,7 миллиона. Там, знаешь, как бы там двухлетнюю, трехлетнюю. Вообще невозможные такие деньги, понимаешь? То есть никак. И он все отдал, и кредитные деньги, отдал и свой C-Max туда же. И все, и ждет, сидит. И говорит, все, вот они что-то там отвечали, а сейчас отвечать перестали. Да все вы такие, в конце вот о чем сказал. Понимаешь, как бы. Ну, вот. К сожалению, мошенники этим пользуются, и до сих пор в интернете полно баннеров, где там новый автомобиль, там в полцены, там ликвидация склада. Друзья, не покупайтесь вы на это, чудес не бывает. Особенно вот такие. Особенно такие. В общем, автомобиль классный, очень-очень-очень, надеюсь, будет радовать и катать нашего клиента. Люди из Уфы, с Урала. Когда прилетаю? Сегодня? Завтра? Завтра. Завтра? Сегодня прилетели, завтра забирают. Все, попроси, пожалуйста, отзыв. Конечно. Меня не будет на выдаче? Наклеечку «Автофакт»? Да. Саш, друзья, я уже говорил в телеграм-канале нашем. В основном, если вы видите вот этот автомобиль на дороге где-то, промо-автомобиль наш, либо вот этот зелененький красивый Леон, либо Genesis желтый, вы можете смело подойти. И вам дадут наклейку нашу в подарок. Ну, это вот чисто для наших зрителей, кто хочет наклейку. Теперь это правильный автомобиль. Димон, есть что добавить? Отличный автомобиль для нашего клиента, которого мы, кстати, очень долго вели. Порядка 4 месяца человек все думал, выбирал, где в итоге заказать автомобиль и с кем работать, выбрал нас. И мы ему привезли отличный автомобиль под его критерии. Друзья, если вам нужна какая-то консультация по автомобилям из Германии, либо из Кореи, пожалуйста, звоните, обращайтесь. Будем рады вам помочь и все подсказать. Если еще не подписаны на наш канал, подписывайтесь. С вас комментарии, лайки. Также у нас есть... Сколько пальцев у меня? 4, да? 3 телеграм-канала. Наш основной. Автофакт импорт. Это машины, которые привезены из Германии, либо из Кореи. И «Автофакт Трейд» – автомобили местного рынка, наших подписчиков, которым мы помогаем продать нашим подписчикам, но только через нашу диагностику. Если вы хотите продать свой автомобиль, обращайтесь, будем рады вам помочь. Если вы ищете автомобиль, переходите, подписывайтесь, возможно, именно там есть то, что вы ищете. Все, спасибо, что досмотрели этот ролик. Пишите, звоните. Всем вам удачи и всем пока.